Hallo Mädels. Hallo, hallo. Всем привет. Не, она повозит там. Обещали 2 часа. Ну все. Алло, привет. Guten Tag, добрый день. Ну, мы тут вот плюшками балуемся. Плюшками балуемся. И решили выйти на один пальчик в эфир. Показать вам. Heute mache ich auffüllen. Das ist meine Lieblingsmodell, Sophia. Und heute ist Refill, also auffüllen. Weil ich wollte unbedingt euch nochmal zeigen, unser Camouflage-Gel. Wie kann man mit dem easy, einfach und dünn arbeiten? Weil der ist so fest, der ist so schön. Любонька, привет, моя красавица. Как я соскучилась за вами, девочки. За выставками соскучилась. Ich sag gerade, wie ich vermisse unsere Messen oder Hausmessen. Mein Gott. So, das war Fräser Bit Nummer 5. Jetzt mit dem Pusher. Анютка, привет. Мидем пуша. Шибиш фозишт, аба тротстем цимлиш фест. Нах унтн тикутикула. Альзо, дизе таше мус ман зе, зе дойтлиш офнен. Унт ецт мит хандфайле. Курцен инс форм бринген. Унт диресте vom Gel auch ein bisschen mattieren und so weiter. So, zentrale Linie, wie immer. Die Sophia mag Mandelform. Делаем миндаль, просто укорачиваем наш постоянный миндалик. Точно гроза бахает. Сейчас главное привести. Hallo Эрика, hello. Привести форму в порядок, чтобы он, потому что пальчик немножко в сторону смотрит. Нам надо его вернуть, так сказать, взад.
Так. Jetzt mit 150 Grad Seite. Ich mache die Reste vom Gel zuerst flach. Das Gel steht ganz fest, ohne Lifting, deshalb hier gibt's keine, ist nicht nötig, alles komplett runterfallen. Да? То есть гель хорошо держится, нету воздуха, поэтому нет необходимости мне все полностью спиливать. Тем более у нас коррекция последняя была всего 2 недели назад. Так, по стечению обстоятельств из-за отпуска решили пораньше встретиться, чтобы на отпуск были красивые ноготочки у Сонечки. Видите, сейчас опять сторона 180, jetzt wieder 180 Grad Seite für Naturnagel, also Nagelplatte, mattieren, mattiere ich nur mit File, kein Buffer. Das bringt keinen Sinn, mit dem Buffer das machen. Der Finger ist ein bisschen krumm, deshalb so wie ist möglich, ich versuche gerade zu bekommen, да? Так, wunderbar. Jetzt endlich kann ich absaugen, ausmachen. Die Fräse, zurzeit, das ist mein Favorit, Nummer 26, blau und hat keine extrem scharfe Spitze. Sehr, sehr gut, besonders für trockene Haut. Nummer 26 Fräse, und hier wir начинаем убирать. Очень люблю ее из-за формы. Форма, позволяющая работать очень спокойно, без каких злых последствий, так сказать. Вот так. Не вдаюсь сразу глубоко под кутикулу, а делаю все постепенно. Настолько, насколько это возможно. Не занимаюсь в салонном дизайне, в салонных ногтях, не занимаюсь экстремалом, потому что это никто не оценит. Это не нужно, но вычистить ногти можно и без экстремала. Я имею в виду, не залазит совсем под ноготь. Это модель Hot Hübsch Naturnägel. Соня, у тебя, видишь, thank you, Эрика. Комплимент из мега. Да, тебе из Франции комплимент пришел даже. Да. Мерси. Да. Она француженка? Да. Мерси боку. Манифик. Так. Тут же, видите, вот кожица такая суховатая. Ну вот, хорошо, и щечки сейчас почистим. Насколько это возможно. Очень хорошего качества фреза, девочки. Die Fräse ist einfach Hammer. Form ist fantastisch. Kann man mit jedem Nagel arbeiten. Так, теперь меняем направление фрезы. Richtung wechseln und andere Seite. Schritt für Schritt, nicht tief. Mit der Spitze unter dem Cuticula. Und was muss man auch nicht vergessen, das mache ich auch immer. Hier, oh, sehen wir, das geht auch alles weg. То есть под ногтем обязательно вот эти вот все шкурочки вылетают, нужно почистить тоже. Теперь поглубже заходим под кутикулу. Дорога открыта. Jetzt kann ich ein bisschen tiefer, ganz leicht reinkommen unter dem Cuticula. So. Nagelfelze nicht vergessen. Gut polieren. Jetzt schiebe ich die Cuticula leicht zurück und ich kontrolliere. Ich sehe zum Beispiel diese Seite noch bisschen Hornhaut.
Wunderbar. Ganz wichtige Regel, das ist nie drücken auf Nagelplatte mit Fräse oder Handfeile. Wunderbar. Weiter, jetzt kommen die Nagelschere. Теперь смотрите, какие у них кончики остренькие, да? Die Spitzen sind fantastisch. Ganz kurze Bewegungen, maximal 1 mm Schritt. Короткими шажочками, не больше 1 мм. Не давим, опять же, никогда на кожу. Аккуратно снимается и легко, вот такими острыми ножничками. Кожа, мертвая кожа, да, не задевая при этом живую кожу. То есть видно, наверное, я надеюсь, на камеру, что все равно остается защитный слой. Вот, видите? Так, теперь нужно отполировать. Вот сейчас, убей бог, не помню, какой номер. По-моему, 10. Красная пилюля. Jetzt haut polieren. Bisschen langsamer mache ich die Fräse. Oh Gott. Nein, weniger. Ah, oh, was ist das? Yeah. So, 6-9. Es kommt drauf an, wie ist die Haut. Auch ohne Druck. Mit schnellen so Kreisbewegungen. Hier alles polieren. Finger ein bisschen leicht zurück drücken. Und jetzt. Da, wo ich habe mit Schere gearbeitet. Oh. Auch leicht polieren. То есть там, где я обработала ножничками, вот остатки мертвой кожи, они удаляются с помощью полировки. И таким образом кожа полируется. Не забываем вверх поднимать еще дальше полировщик. Обрабатывать выше, не только место кутикулы. Чтобы кожа не рвалась и не шла дальше. Hier auch. Alles schön polieren. Wenn ich bin komplett fertig mit Maniküre und Feilen, Handbearbeitung, meine Kundin bekommt immer eine feuchte Tuch, um die Reste vom Staub entfernen. Und gleichzeitig natürlich mache ich meinen Tisch auch sauber. So. Weißer Hintergrund. Oh, das ist viel besser. Так. Weiter. Weiter. Universal Liquid. Flüssigkeit, die entfettet, entfeuchtet die Nägel, wirkt viel, viel intensiver als Gel Cleaner oder Nagel Cleaner. Da brauchen wir keine vergessen, wie heißt das? Prep-Flüssigkeit, ja. Also brauchen wir keinen Dehydrator. То есть это жидкость, которая не только обезжиривает ноготь, но еще и обезвоживает. Поэтому нет необходимости еще экстра брать и дегидратор. Ну вот вы видите, да, ногтик побелел так хорошо. Все готово. Так, следующий шаг, это, конечно же, Bond Primer. Nächster Schritt, das ist Bond Primer für bessere Haftung. Also ohne Bond Primer ich arbeite nie. Без этого Bond Primer, девочки, никуда. Просто никуда. Он универсальный, работает со всеми системами, крепко держит любой гель или любой гель-лак на любом ногте.
Вот как, знаете, раньше это называлось двухсторонний скотч. Вот такая у него принцип. И обратите внимание, что выкладываю я его достаточно влажно. Он никогда не высыхает, вот всегда так будет блестеть. Also, ziemlich feucht auftragen. Just perfect. Oh, thank you, mein Schatz. Thank you. Und jetzt kann man direkt beginnen mit dem Gel. Camouflage-Gel braucht eigentlich keine Base. Zum Beispiel in diesem Fall. Die Sophie hat sehr, sehr starke Nägel von Natur, Nagelplatte. Und ihr könnt sehen, dass die Form, durch diese auch tolle Form, die Nägel auch sehr stabil. Deshalb als Base, ich trage zuerst Camouflage-Fill-Up-Gel mit Fieber. Ganz, ganz dünne Schicht. То есть стабильные, идеальные ногти у моей Сонечки. Поэтому мне база здесь вообще не нужна. Тем более, если я работаю этим потрясающим гелем. Пинзель Oval Nummer 6. Ein Mikro Bällchen auftragen. Und ich schreibe nicht ein, einfach dünn auftragen. Hauptsache, sehr gut aufpassen auf die Stresspunkte. То есть я не делаю никакие втирающие движения. Я просто тонко наношу, внимательно отношусь к зонам стресса. Да? In die Lampe eine Minute. А всю руку поди. Не мучайся. Weiter. Ich würde arbeiten mit dem Pinsel auch Oval Nummer 6. Und wenn muss man was korrigieren, ich nehme immer Feinline 00. Das ist Pinsel für Konturen, Schnörkel, für alles. Für alles. То есть для коррекции я сейчас еще возьму, приготовила кисточку 00 Feinline. Очень рекомендую вам этот гель, девочки. Прям спасательный круг. Потрясающе. Я как-то делала по этому гелю точно так же на видео выставляла, рассказывала о нем, показывала, как им пользоваться. Так. Nächster Schritt, wieder auf den Pinsel. Микробельхен nehmen. Следующий шаг опять беру микрошарик на кончик кисточки. И увлажняю ноготок. Und ich feuchte den Nagel sehr gut aufpassen auf die Ränder und Haut. Hauptsache nicht auf die Haut. Und diese Schicht ich würde nicht aushärten. Weil das ist eine Grundierung für nächste Schicht. Jetzt wieder nehme ich ganz wenig Gel. Und zwar, das ist Fiberglas. Das heißt, muss man genau um die Hälfte weniger als normal nehmen. Also das reicht für den ganzen Nagel. Weil der ist extrem fest. Und trotzdem ist sehr elastisch. Ungefähr in der Mitte von Finger. Also circa da, wo befindet sich Apex. Ich setze den гель, то есть примерно в зоне апекса высаживается капля, и теперь поступательными такими движениями и обратно я раскладываю его минимально у кутикулы, а дальше примерно работает кисточка вот как с зофтгелями. Also gleichmäßig an Kutikula auftragen und weiter Pinsel arbeitet in Zoftgel-Technik. То есть преимущество этого геля именно в том, что он максимально хорошо держит ногти. Они могут выглядеть максимально натурально, при этом оставаться очень крепкими. То есть если вы, например, знаете, что вот как у моей Сони хорошие крепкие ногти, заведомо кладите в два раза меньше геля. Auf alle Fälle jetzt muss man was korrigieren. Das spart meine Zeit nachher mit Feilen. То есть, ну, сейчас немножко, что надо, откоррегирую, чтобы потом сэкономить время на опиле. И в чем еще преимущество этого геля? То, что он не растекается.
несмотря на то, что он выглядит очень плотным, ну, достаточно плотным, скажем, он не растекается. Also noch eine Vorteil, das Gel läuft nicht und entweder Anfänger oder Privat oder jeder Meister schafft mit dieser Gel arbeiten mit alle fünf Finger auf einmal. Ja? Also ich kann wirklich jetzt weiterreden und so Finger lassen und es läuft nicht auf die Ränder. То есть можно так оставить, на долгое время ничего не случится. Вот, обратите внимание на толщину геля. So dick muss Gel auf die, genau diese Gel muss auf die Nägel sein. Так, тебе уменьшу. Угу, die Lampe. Просушка, я делаю просушку всегда 2 минуты, несмотря на то, что главный слой, скажем так, несмотря на то, что рекомендация там 30 секунд, там минута. Ну, как-то я... Ничего себе, а я и не значит, что сегодня лайф. Я тоже не знала, Наташа. У меня все спонтанно. Я же женщина-бомба, еще и одесская бомба. У меня вот упало мне сегодня лайф, значит, сегодня. Мы тут две одесситки собрались, я и Соня. Zwei Minuten lasse ich in die Lampe aushärten, die Nägel. Obwohl, natürlich kann man eine Minute, aber für mich sicher ist sicher. Ich bin altmodisch. Ja. Weiter. Nail Cleaner und ganz normale Wattepads. Ein bisschen, sage ich so, warum Wattepads? Weil Wattepads saugt, nimmt viel mehr. Oh, thank you, Regina. Thank you. Dankeschön. Saugt viel mehr Flüssigkeit. Das heißt, ich kann gründlicher reinigen die Nägel oder entfernen Schwitzschicht von den Nägeln. Ja? То есть ватный тампон, этот он, диск, он намного больше впитывает в себя влаги. То есть это значит, что я могу тщательнее обработать, удалить остатки полимеризационного слоя, что не приведет к аллергической реакции, да? Ну, то есть вот такой обычно вот диска хватает на все 10 пальцев. Не экономлю на клиенте, сразу скажу. Прям много его лью. Много-много. Текс. И, соответственно, потом слегка опилим. Но тут, правда, будет прям такое легкое опиливание. Угу. Давай, Сонечка. So, wirklich nicht viel Arbeit bleibt. Deshalb so dünne Nägel kann man sehr schnell bearbeiten oder nachfeilen, ja. Och, Donnerwetter. Wieder ins Form ein bisschen leicht korrigieren. Ich beginne immer von freier Spitze. То есть сначала я выравниваю параллели. Сначала выравниваем параллели, а потом уже перехожу на свободный край. Если все в порядке, то теперь уже обрабатываю непосредственно весь ноготок, но отхожу немножко от кутикулы. Собственно говоря, вы видите, что здесь практически нет никакого слоя, поэтому я не задену уже обработанную кутикулу. Also ich Gott. Ich feile die Nägel so vorsichtig mit Abstand von Cuticula, weil hier sowieso ist nicht viel Gel auf Cuticula. Deshalb ich würde das nie verletzen, schon bearbeitete Haut. Also mit Seite 150 Grit. Mhm, ровненько. Начинаю обычно стороной 180. Mhm. Разворачиваю руку клиентка. Я должна всегда видеть, что я делаю, поэтому мне клиентки мои помогают, они крутятся вместе со мной. Как две юлы. Я и она. Угу. Обратно. То есть моя задача сейчас выставить прямо вдоль апекса две параллельные, выпилить такие линии. Вот видите? Угу. И теперь
пилочка движется по определенной, очень важной для опиливания траектории. И теперь можно даже перевернуть на 180 грит. И допилим пальчик. Попадаю по камере. Прошу прощения. И обязательно в обратную сторону точно так же ведем пилочку. То есть, чтобы было равномерное давление и справа, и слева. Так. И вот смотрите, у кутикулы все еще у меня все свободно. Я кутикула из ног фрай. Я also ist noch nicht gefällt und jetzt mit Seite 180 Grad sehr, sehr langsam. Ohne gar keinen Druck auf Pfeile bearbeite ich auf alle Fälle noch neben den Haut. So, wunderbar. Jetzt andere Seite. Ich habe ganz vergessen, unten noch ins Form bringen. Я совсем забыла про бока, заболталась. Сейчас вам покажу, как он вот так выглядит. So sieht das aus. Kannst du und natürlich, ja? И und die Seiten. Теперь давайте. Ну, тут немного работы, в принципе. Так. Так, аккуратненько, все спокойно. Поднимаем в торец, смотрю в торец. Leicht hochheben. Und jetzt die Spitze bearbeiten. Wunderbar. Zum Schluss, natürlich mit dem Buffer, muss man unbedingt die Nägel ein bisschen polieren. То есть обязательно полирую мягкой стороной, вот где наш рисунок, это мягкая сторона пилочки и баффера. Тоже по тем же траекториям, по тем же линиям, как я опиливала, по тем же зонам опиливается, полируется, вернее, ноготь уже баффером. Если это не делать в правильном порядке, то можно испортить всю красоту. Vorsicht und sehr langsam wieder an Cuticula. Jetzt diese Ecke. Setze ich direkt zwischen Nagel und Haut und mit langsamer Bewegung parallel zum zentralen Linie noch ins Form bringe ich die Seite. Wunderbar. Jetzt der Nagel ist komplett fertig. Mhm. Сейчас я взяла нагель клина и, конечно же, уже безворсовую салфеточку. Jetzt eine saubere Zellette und nail cleaner. Nicht vergessen hier. Unten meine ich, да? Не забываем про низ. Еще обязательно возьму и прям ноготком прочищу здесь вот. Mit meinem Nagel. Ich bearbeite noch die Seiten. Also muss 100% Staub entstaubt sein. Heute wir haben uns entschieden auf Sommerfarbe. Das ist Farbgel Nummer 48. Dididim. Was mache ich mit Gel? Zum Beispiel wie hier. Das Gel ist ein bisschen leicht dick geworden. Ja, dickflüssig. In diesem Fall, das kann man, oder zum Beispiel ihr habt Paste. Und nicht immer ist es praktisch arbeiten mit dieser Flüssigkeit. Ich würde Ihnen empfehlen, zum Beispiel extra Hartbase, weil die ist dünnflüssig wie Wasser, dazu mischen und Gel oder die Paste wird wieder flüssiger. То есть, если ваш гель загустел случайно, или у вас пасты, которые застоялись, а вы не любите ими работать, потому что они полосят, то вы можете вот с нашей базой, Extra Hard база называется, это универсальная гель-лак база, с ее помощью вы можете разжижить, скажем так, разжижить любой гель. Абсолютно. Угу, спасибо. Wieder
пинзель оваль нума зекс. Мидем даумен циш лайшт ди хау цурюк. С большим пальцем я слегка оттягиваю кожу. Не стараюсь запихать гель под кожу. Если в этом есть необходимость, то я это сделаю с помощью кисточки Fine Line. Мидем пинзель Fine Line их кан нахбедарф. Има корригирен хие. Все изи айнфах. Пинзель хат зезе эластише хаары. Ганс дюн. Вундаба инди лампе. Айне минуты. Вот такой красивенький. Там еще бульбочки даже видно, потому что я его намешунькала. Что наносим? Так, а в каком смысле что наносим? У нас камуфляж филап с фибером. Новая формула. Очень рекомендуем. Красивый гельчик. Ну, видео останется, можете потом посмотреть, если интересно. Очень хороший гель. Именно из-за него я вышла сегодня спонтанно в эфир, потому что очень хочется о нем рассказать мастерам. Потому что гель действительно работает. Ну, в принципе, вот так между нами девочками, положа руку на сердце, вот кроме него на рабочем столе ничего особо больше не надо. Так. Also ich habe gerade erzählt, dass ich kann nur empfehlen diese Gel und schon seit Jahren diese Gel ist mein Favorit und am meisten ich brauche nicht viel auf meinen Arbeitstisch, ja, sage ich so. Und dazu wir haben neue Formel, also verbessert. Jetzt eignet nicht nur für UV, sogar für LED-Lampen und auch mit Fieber, mit einer sehr, sehr feste Fieber, aber trotzdem, die ist trotzdem geblieben. Bisschen weich, ich meine, also abfallen die Reste, ja, beim Refill, das trotzdem easy einfach. То есть не каждый гель с фибером можно потом легко опилить, а этот дается легко опилить себя. Угу. Come on, baby. Давай, Сонечка. Ты уже заснула тут под мои песни? Нет. Нет, говорит. Угу. Наношу второй слой. Первый слой всегда наношу экстремально тонко. Я с удовольствием учусь. Да, это хорошо. Смотри, мне еще конкуренцию тут устроишь. Нет. Нет. За 20 лет не устроила, тем более теперь не устрою, да? Да. Вот смотрите, теперь я буду более тщательно относиться к бокам. Ну, то есть у меня первая фаза, первый слой, это так. Тру-ля-ля. Я всегда говорю, чтобы второй слой знал, куда ехать. Вот теперь наносим второй слой. И вот теперь я беру Fine Line. Jetzt zweite Schicht ein bisschen dicker und gleichmäßiger. Erste Schicht ist immer ziemlich dünn. Und jetzt kann ich... Das zeige ich euch. Die Seiten auch gut korrigieren. Aber dankbar unserer Pinsel Oval Nummer 6 oder kann ich noch Oval Nummer 4 empfehlen für Auffüllen und besonders für Nägel lackieren. Full Cover meine ich machen. Ich kann nur empfehlen Pinsel Fine Line. Zack, fertig in die Lampe. Zum Schluss. Wir haben ein einzige gibt's doch Glossgel, die Reste, ich denke. Also Super Shine hat keine Schwitzschicht. Mädels, das ist eine fantastische von Qualität top. Der hat keine Schwitzschicht. Die ist sehr elastisch. Mit dem kann man arbeiten auf Gel-Lacknägel, auf Acrylnägel, auf Gelnägel. Гель могу только вам рекомендовать.
потому что он держится на абсолютно все системы, перекрывает хорошо. И что еще в нем хорошо, то что если вдруг что-то пошло не то, да, то можно выставить, точно так же исправить апекс. Also auch mit dem Superschein kann man, wenn etwas stimmt nicht mit dem Nagel, zu flach geworden und so weiter, kann man auch leichte Apex machen und drehen, also wie immer mit Softgel. Das auch machbar. Glänzend sehr, sehr lange Zeit. Und was ist auch ganz wichtig, der hat keine extrem starke UV-Filter. Deshalb, die Nägel werden nicht gelbig, nicht blau. Also die Farben ändern sich nicht. То есть благодаря под этим гелем, топ-гелем, цвета абсолютно не меняют свой цвет. Не желтеют, темные не светлеют. Прекрасно работает везде и всегда. Ничего не вижу, кто что пишет, кто не пишет. Kann ich Winkel machen? Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Winki, winki. Всем привет. Ну, das macht Spaß. Auf Winkelknopf drücken. Mhm. Так, wunderbar. Теперь, что нам? Да, я же сказала, перекрываем. Точно. Кстати, девочки, кто мучается, например, с бантиками? Я вообще не мучаюсь, мне он, наоборот, помогает. Но вдруг, если вдруг, опять же, что-то пошло не так. Ой, спасибо за сердечки. Ой, danke schön, für Herzchen, thank you. Смотрите, что можно сделать. Мы можем просто снять его, да, и работать так. И чем еще это тоже удобно, всегда можно его повернуть, чтобы красиво стоял бантик, смотрел лицом на нас, а не попкой. Вот и все. Не надо делать толстые слои. Он прекрасно работает и в тонком слое, этот гель. В общем, это суперзащита, правда. Ну, я не люблю и не умею хвалить то, чего не существует. Моя цель не продать, всю жизнь так была. Моя цель всегда порекомендовать и от всей души вам рассказать, если я что-то знаю интересное и хорошее. Правильно, Сонечка? Я же такая. In die Lampe aushärten. Ja, und auch, was mache ich immer zum Schluss? Дай мне ту ручку покажу. Zum Schluss unbedingt mache ich, egal ob es das French oder Full Cover, mit Mini-File, Holzfeile. Eine Seite ist Gold, eine Seite ist Weiß. Weiße Seite ist sehr, sehr... Oh, thank you. Спасибо за сердечки, мне очень приятно, прям очень. Weiße Seite ist sehr, sehr weich. Sehr gut eignet für Naturnägel, kürzen oder ins Form bringen. То есть, видите, тонкая деревянная пилочка, золотая, мягкая, а это еще мягче. И эта сторона тоже очень хорошо подходит не только для натуральных ногтей, это тоже, ну, можно сказать, она натуральные ногти. Боковые, да, места вот залезть очень удобно ею. И в том числе... В конце я обязательно еще обрабатываю ноготок свободный край. Also zum Schluss mit weißer Seite ich bearbeite leicht wieder die freie Spitzen vom Nägel, um das, ja, danke schön, das bleibt nichts zum Hängen oder manchmal Form leicht ändert sich nach alle Schichten vom Farbgele und Top auftragen. Oder wenn zum Beispiel das ist Glitzergel, ja, das kann auch was bringen. Nägel sind komplett fertig. Was bleibt noch? Natürlich ein bisschen Luxus. Das ist unser Nagelöl mit einem besonderen schicken Duft. Orientalischer Bazar heißt das. Mhm. Und hier mache ich auch noch. Also ihr könnt das sehen, wie dünn sehen die Gelnägel, sogar kein Gellack, Gelnägel. Ja? Das ist, ja, wie Naturnägel. Das ist dankbar unsere sehr gute, hochqualitative deutsche Qualität Produkten. То есть все благодаря этому гелю,
можно сделать действительно тончайшие натуральные ногти, которые будут мега хорошо держаться. Будут вопросы, пишите, я с радостью с вами. Всех люблю, целую, буду сейчас учиться сохранять видео. Всем пока-пока.